только для всех. На манеже те же. А что делать, Сережа? Талант же не пропьешь. Эту песенку, друзья, разучить несложно. Вам гитару можно петь, без гитары можно. Даже если вам медведь наступил на ухо, эту песню можно петь, не имея слуха. Слова точно запоминаются. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хором. Ля-ля-ля-ля-ля. Тем более живой автор. Ля-ля-ля-ля-ля. Слишком живой. Проще песни найти. Мы вам скажем твердо. Потому что в ней всего целых два аккорда. Эта песня хороша, как козле картоха. Только песни не поет, поступает плохо. Ля. А здесь можно по-разному. Ля-ля-ля-ля. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Те, кто двойки получал на уроках пения, тоже хочешь песни петь, лопнуло терпение. Дует ветры в феврале и метет бозенка. И не важно, что орешь, главное, что громко. Сейчас будет самое интересное. Если голос ваш охрип, плюньте, сотрите. Петь не можете, тогда просто говорите. А кто не может говорить, пусть рычит по хорам. И не важно, что рычит, главное, что хором. Дилижанс, руководитель Курянский Алексей Леонидович. Местечко Митина.